Ну а мы встречаем следующего участника этих показательных выступлений. Один из самых высокорослых. На контрасте, к слову, с Марком Кондратюком. Да, безусловно. Одиночников нашей страны. Это спортсмен, который занял здесь 5-е место. Артем Ковалев. На протяжении двух прошлых сезонов Артем Ковалев катал эту программу в качестве произвольной. И очень много раз мы пересекались на соревнованиях. И, знаете, мне кажется, он ощущает себя в этой программе максимально комфортно. Вот как будто, не знаю, Queen писали эту песню под него. Вот. Он, правда, расстраивается в этой музыке, кайфует, и это чувствуется. И сейчас, счастья, я думаю, здоровья болельщики в новом Артема году. Очень обрадовались, увидев эту программу вновь. Всех обнял. Это было очень зажигательно. Ну и видно, что самому Артему очень комфортно и в этом образе, и в этой любви публики. Все-таки не так часто ему доводится попадать в показательные выступления. Вот сейчас, набрав наибольшее количество баллов, показав наивысший результат в рамках чемпионата России, Артем, я напомню, занял 5-е место, он уже имеет возможность вот получить свою порцию аплодисментов в рамках показательных выступлений, сменить костюм по ходу этого выступления, найти и надеть на себя вот эту джинсовку. В общем, хороший, яркий, интересный номер.